Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Ярославле, где сегодня пройдет матч 28-го тура МЛБ первой лиги. И в этом матче «Шинник» примет махачкалинское «Динамо», команду, которая до вчерашнего вечера возглавляла табель о рангах лучшей лиги мира. Группа атаки: 11-й Эгош Касентура, 9-й Ражаб Магомедов и 28-й Сердер Сердеров. Хасанби Биджиев, главный тренер махачкалинского «Динамо». Бригаду арбитров полноценно представлю. Наверное, еще пока не раскрыл всего того потенциала, который замечался еще по временам его выступления за «Мастер Сатурн», за другую черно-синюю команду. Дальний удар, он особо не беспокоит Тимура Магомедова. Пробил Василий Олейников, признаюсь честно, на мой взгляд, лучший футболист «Шинника» по весне. Твое мнение? Да, хороший удар, особенно дальний удар у Василия Олейникова. Вернулся в Ярославле из Хабаровска. Да, конечно же, и знаешь, в последний раз больше 10 мячей за ярославский «Шинник». Давайте посмотрим эту атаку, потом продолжим. Это Тимур Магомедов, он обязан был мяч этот забирать. Здорово, очередной раз в атаку включился остро атакующий крайний защитник Эдуард Валиахметов. Уже во втором матче подряд играет Артем Касимов, еще один представитель системы «Зенита». Длинная передача вперед, выходит неудачно из ворот Магомедов, и попытались через пас в касание его на этом поймать соперники. Очень сложно было навес с лету в падении организовать Малахову. Пас не был точным. Извиняется Тимур Магомедов перед партнерами. Троих на себе собирает. Передача в середину. Глушков обратно. Неплохо мечется мяч. Передача от игрока «Шинника». Удар. Низовый гол. 1-0. 1-0 «Динамо». Ну что, усыпили, Сереж? Ну, разыграли как по нотам. Пронзили оборону ярославского «Шинника». Сыграли в стеночки футболисты Махачкалы. И открывает счет в этой встрече. 0-1 нас в Ярославле. Слушайте, интересно понять, кто эту голевую передачу, без кавычек или в кавычках, или курсивом, выдал на Ражаба Магомедова. Жирные точки – это расстановка игроков. Об этом чуть позже. Момент у «Шинника», да. Пас чуть назад. Удар! Штонго! Я бы сказал, это крест был. Стык перекладины и штанги. Зинков, что ли, приложился? Пятерка ярославская. Есть подозрение, что даже, возможно, это был Валиахметов. Мы посмотрим за этим эпизодом на повторе. А в первом тайме нельзя было так играть? Я понимаю, что все готовятся к соперникам, изучают сильные и слабые стороны, удерживают у себя налево Тимиркан Сундуков. Он правша, напомню, подача в штрафную площадь, скидка, удар! Это Александр Довбня! Классная атака «Динамо», правда? Да, получилось здорово, как Ермазов скинул головой, и здесь под удар получилось, и увидели мы полет Александра Добни, и здесь тренерский штаб начинает что-то здесь вырисовывать ярославского «Шинника», реально, маркер, белый листочек, и Дмитрий Черышев черчит. Налево Ражаб Магомедов пытается развернуться отлично, далее прокатывает мяч по этому ручейку до Эгоша Касентура. Касентура пока нельзя простреливать, Касентура, удар, ух ты! Это было близко. Близко, да. Стороны, с моего ракурса показалось, что мяч едва-едва перемахнул через перекладину, ветром ее обдав. Чья подача, пытаюсь я рассмотреть. Так, а я тоже здесь... Ну ладно, об этом позже. Навес под скидку, опасная ситуация. Что там происходит? Это, знаешь, похоже в очередной раз на комбинацию «Пронос» в американском футболе, когда сквозь толпу пытаются мяч этот самый протащить. Да, и махачкалинцы где-то уже в нескольких секундах от того, чтобы вернуться на первую позицию в таблице. Абсолютно каноничная, традиционная, из палаты меры весов махачкалинского же «Динамо» победа махачкалинского «Динамо» со счетом 1-0 благодаря голу Ражаба Магомедова на 38-й минуте.